other side. Поменяли ногу. Brush. Вперед. Down. И вниз. Brush. Вперед. Down. И вниз. Давайте приступим к активным движениям. Колено подбрасываем вверх, вверх, вверх. При этом приседаем на опорной ноге вниз, вниз, вниз. Поднимаем одну руку вверх, касаясь пальцами лба. Продолжаем подбрасывать колено вверх, вверх. Это движение взято из египетского национального танца. Почувствуйте упругость движения в щиколотках и коленях. Увеличиваем амплитуду движения. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Ваши колени должны быть мягкими и упругими. А теперь удваиваем движение. Два раза вперед, два раза назад. Держите корпус ровно, поднятую руку неподвижно. Старайтесь выпрямлять пальцы ног. Продолжаем движение, добавляя подскок. Подскок назад, подскок вперед. Если движение становится для вас слишком тяжелым, продолжайте с удобной для вас скоростью. Усложняем движение. Переносим вес тела, нога вперед, посередине, нога назад, посередине. Это похоже на прыжки со скакалкой. Вперед-назад. Вперед-назад. Немного практики, и у вас будет хорошо получаться. Руки вверх. Forward. Продолжаем движение вперед-назад. Вперед-назад. Держите руки ровно. Меняем ногу. Подбрасываем колено вверх, вверх, вверх и вверх. Поднимаем руку вверх, касаясь пальцами лба. Продолжаем подбрасывать колено вверх, 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 вверх.
Давайте увеличим амплитуду. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Давайте добавим подскоки. Подскок впереди, подскок сзади. Подскок впереди, подскок сзади. Увеличиваем амплитуду подскоков и раз, и раз, и раз, и раз. Усложняем движение. Нога вперед, посередине, нога назад, посередине. Руки вверх. Продолжаем движение вперед, назад, вперед, назад. Вверх. Делаем боковые подскоки из стороны в сторону.